Я не заходил в Ородар Ридл. Так, что-то у нас по телевизору показывает. Носки валяются, да-да-да. О, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Снайор и Плей. Сегодня мы играем в Ородар Ридл. Вы знаете, что я увидел? Что 19 апреля вышло обновление. Если меня не... Я тогда играл 19 апреля. Да-да-да, тут еще сосед Индю ходит. Я тогда играл 19 апреля, чудо, у меня не было обновления. Там вот эта полоса тогда загружается, игра изменилась, она теперь просто желтая. Что тут у нас такое? Катана. Двери закрываем. Кстати, ребята, сейчас уже выходные, может, сегодня суббота был рабочий день, так что это? А это вода из холодильника облилась. Суббота был рабочий день сегодня, значит. Сегодня суббота. Но если видео выйдет позже, то... Потому что я его забыл выложить. Но зато 4 выходные потом будет. Ура, выходные! Лучше летние, а не... Ой. Ладно, ничего. Атана мы потеряли. Ай... Мы сегодня будем просто играть в Дар Ридл, может, попронуем соседа. Может, еще даже пройдем что-то, например, Вест Питера. Короче, у нас сегодня весело будет. Но вы не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Сосед не бежит. Вон там... Индюк там пишет. Махает крылышками. Кстати, ребята, вы знаете что? Сегодня утром у меня была большая удача. А еще тут звук погромче идет. Давайте я сюда сяду. И вам расскажу эту удачу. Удача заключается в том, я сегодня захожу в Дорс. Мы созвонились по телеграмму с моей одноклассницей в телеграмме. И мы зашли в Дорс в Роблоксе. Там, короче... Ты знаешь, вы знаете, что мы вошли в Дорс, и нам не очень сильно повезло. Может, моя подружка, вот эта одноклассница Арина, этого не знает? Ну, она там была, но не знает, как он называется. Я ее уже рассказала, как он называется. Мы встретили, вы, наверное, знаете ютубера Red Ed. Там, где видео про Дорс и про Роблокс выходит. И я его сегодня, мы заходим такие утром... И тут мы встречаем вот этого. И там, типа, к нему подошел возле меня прыгает. А в Дорсе, типа, можно приветствоваться себя, если не разговаривая по телефону. Можно попрыгать. И он реально попрыгал. Может, он понял то, что я его подписчик, потому что я реально его подписчик. Тут закрыто. А еще мы с этой подружкой, я на то умирала от раша. А я потом... Я до этого... Перед игрой она ничего не купила, у нее мало монет, она в Дорс первый раз, видимо, играла. Но это не точно. Может, там еще где-то поиграли, я ей рассказала там чуть-чуть. И там, короче, вы знаете, что было? Короче, мы такие играем. Кстати, давайте посмотрим, может, у соседа тоже? Ой-ой-ой, за мной индюк бегает. Охладись пока что. А то жар на улице. А может тут что-то изменилось? Нет. Так. И там типа мы такие, вы знаете, что делаем? Так, сосед бежит. Чё тут питомец этот ходит? Мы сегодня типа такие. Она умирала от раша. Но я перед этим приготовился. Перед тем, как войти в черную комнату, я вошел там в этой комнате свечку. Еще потом там туда на... Знаете, что было? Перед игрой еще купил себе витамины, потому что я думал, я дойду до Си, и там они используются. И там я реально дошел до Си, но там, тогда она умерла, она потом возродилась, но до этого еще смотрела за мной. И тогда она смотрела, я вошел в комнату, и там нашел еще витаминки. А еще там нашел еще плюс зажигалку. Мне повезло сильно. Зажигал свечка и витамины. Так, что это? А.
Да, у нас сейчас все заново. Зато я вам покажу это обновление. Смотрите, вот типа мы-то и входим. Да-да-да. Смотрите. Видите, полоса изменилась. Вот эта полоса изменилась. Кстати, ребята, я скоро буду снимать Дорс в Роблоксе. Может, даже с друзьями. Там, короче, типа мы... Мы там типа, короче, типа все играли. Я дошел до Сиа, так я и планировал, чтобы взять витаминочки. Кстати, у меня на аватаре теперь Амбуш был сосед. Короче. Заходим. Играть. Заходим. Вот тут тоже изменилась полоса. Тут теперь нет вот это типа... Нажмите там вот эта табличка, помните, была? Да, изменилась игра. Может, чуть-чуть, но все равно. Это хорошо. Так, вот сосед. Так, сосед. Дай нам пройти квесты Питера. Ой. На, они не добросили. Ребят, я освободил инвентарь. Вот батарейки валяются. Вон там сосед наш. Нам нужно взять удаву. Ладно, шучу. В смысле, куда мы запрыгнули? Вы видели, я просто прыгнул, чтобы идти. Я сюда запрыгнул. Куда-то наверх. В смысле? Я же успел отойти. Давайте быстренько. Потому что там сосед бежит, он недалеко тут был. Сосед ощущает уже недалеко бежит, шел. А идет-то инвалид. Удочка? Что это? В смысле? А теперь бежим. За нами бежит сосед. Привет, сосед. Яблочко упало. Вот теперь вы узнаете, что тут появляется яблоко. Это непонятно. Почему? Дома яблоко. Пум-пум-пум-пум. Что-то выбросим. Прощайте, кусачечки. Я долго с вами ходил, а теперь прощайте. Хотя зачем прощайте? Сейчас выбросим удочку. Эта удочка нам не нужна больше. Усачки подбираем. Да вон сосед. Прыжок. Все, магнит нам больше хорошо притягивает металл. Нам он не нужен, мы его выкидываем. Удобрение, удобрение. Отнеси удобрение Питеру обязательно. Так, сосед. Сосед будет бегать, если мы на удобрение своровали? Да. Интересно, почему? Чё за нами сосед бежит, если мы взяли удобрение? Тем более, это не его. Скажите, да. Что неправильно, да. Что, сосед же бежал за нами. Так, сосед, ты меня не видел, потому что ты за мной тоже будешь бежать. Так, где они? Вот они. Дендроиди и... Кто там орёт? Привет. Так. И финиш.
а где задание? Чего нам не написали задание? Сюда бежит дендроид. По Алисе. Заморозить. На них это оружие не действует. Забираем. Дендроида по Алисе начинается. Надеюсь, это не полицейский. Знаем, бежит. То знаем уже. И дендроиды бегут. Тут еще сосед этот. Ребята, мы сейчас до сих пор прячемся от дендроидов. Да тут еще, кстати, сосед там ходил. Все, мы сбежали. Вернее, оторвались. Нет, дендроид! Дендроид меня поймал. Ну что, друзья, вот этот раз мы проходили Дарк Ридл. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Мы не проходили, а выбрали. Всем удачи, всем добра. Всем пока.